Сегодня 10 июня. Это яровая пшеница, сорт Ликомера. Здесь разные нормы высева, это максимальный фонд питания. Здесь также это ранний срок сева, 5 апреля. Предшественник соя, 6 миллионов, первая норма. Пшеница уже начала цвести, неожиданно, потому что соседняя, допустим, Ризо, сорт Риза, пока немножко запаздывает с этим делом. 6 миллионов, 5, традиционная норма, 4. Три и норма высева 2 миллиона. Посмотрим кущение. Ну, кущение здесь разное. Я так смотрю, есть 6, есть 4, есть 4, если говорить о более продуктивных, 2, ну, то есть, в всяком случае, это 2 миллиона норма высева, по стеблистую здесь выглядит на 4 миллиона. 2 миллиона. Ну и плюс, конечно же, здесь немножко фаза, ну, как бы задерживается, потому что растение более расслабленное, с нормой высева в 2 миллиона. И есть отличие, к примеру, от 6. 6 на 6 миллионах пшеница быстрее выбросила колос. Поэтому вот так внешне можно сказать, что здесь посев выглядит реже. Хотя не все еще колоски как бы вышли из трубки. Так что вот так вот. Вот здесь такой вот стыковой участок. 6 миллионов и 2 миллиона. Ликомера, 10 июня.